10 апреля, пятница. На сухопутном фронте противник особой активности не проявлял. Артиллерия вела редкий огонь по боевым порядкам наших частей и обстреляла район Камары, а также Балаклавское и Ялтинское шоссе. Снайперы уничтожили 108 неприятельских солдат и офицеров. Авиация главной базы сделала 84 самолета вылета. В 3 часа 11 минут транспорт «Абхазия» в охранении лидера «Харьков», эскадренного миноносца «Свободный», базового тральщика «Гарпун» и двух сторожевых катеров прибыл из Новороссийска в Севастополь. Транспорт доставил 300 человек маршевого пополнения, 186 тонн боезапаса, 8 122-мм гаубиц, 385 тонн продовольствия и 75 тонн различных грузов. В 20.00 эскадренный миноносец «Свободный», стоя на якоре в Севастопольской бухте, открыл огонь по скоплениям вражеских войск в селениях Биюк-Атаркой и Мамашай. Произвел 20 выстрелов. В 20 часов 17 минут «Абхазия», приняв на борт 172 раненых и 116 тонн разных грузов, в охранении лидера «Харьков» и эскадренного миноносца «Свободный» вышла из Севастополя в поте. В связи с переездом редакции газеты «Красный Крым» в Керчь, в Севастополе вновь начала выходить городская газета «Маяк коммуны». Газета «Маяк коммуны» была создана в декабре 1917 года. В то время она называлась «Известия Севастопольского ревкома». С декабря 20-го стала называться «Маяк коммуны». Она была печатным органом Севастопольского горкома ВКПБ и исполкома городского совета. После начала Великой Отечественной войны печатала сводки Совинформбюро, рассказывала о боевых и трудовых подвигах советских людей, мобилизуя севастопольцев на отпор врагу. Осенью 41-го газета на некоторое время приостановила выход, так как передала типографию, эвакуированной из Симферополя, газете «Красный Крым». Возобновив работу весной 42-го, она публиковала вести с передовой, печатала статьи о героях обороны, о работе предприятий города во фронтовых условиях. Из сотрудников лишь редактор газеты Сергей Владимирович Суковский и заведующий военно-политическим отделом редакции Константин Павлович Воронов были людьми солидного возраста. Им было за 30. Остальные – молодежь. Тяжело больной туберкулезом майор Суковский работал, не считаясь со временем, вкладывая в выпуск каждого номера много сил. После эвакуации из Севастополя он участвовал в обороне Кавказа, был награжден орденами и медалями. Политрук Воронов с началом войны стал командиром батальона народного ополчения, затем сотрудником «Маяка коммуны». После оставления Севастополя воевал на Кавказе и в Новороссийске, был ранен. Большими друзьями «Маяка коммуны» были журналисты центральных газет Сергей Галышев, Лев Иш, Александр Хамадан, Марк Туровский, корреспонденты военных газет «Красный Черноморец» и «За Родину». Обеспечивая город и фронт самой последней информацией, сотрудники газеты ежедневно рисковали жизнью. 29 июня 1942 года вышел последний номер газеты в осажденном городе. Некоторые работники редакции и типографии погибли, но те, кто выжил, верили в победу. Ответственный секретарь «Маяка коммуны» Вера Лановлюк-Кузьмина в мае 1942 написала другу: «Ничего, будет и на нашей улице праздник». Этот праздник пришел с освобождением Севастополя весной 44-го. 10 мая 44-го года газета вышла под новым названием «Слава Севастополя».